дорогие друзья, мы предлагаем для вас новую замечательную практику для бодрости духа. Массаж мечом для настоящих мужчин, для тех, кто не хочет быть кислым, сонным, чтобы тело привести в тонус. Массаж с помощью меча. Начинаем очень мягкие движения, легкие. И усиливаем скорость. Грудь может быть, животик, спина, плечи. Если на начальном этапе важно, чтобы у вас попадал плашмя движение, то потом не важно, вы можете даже ребром попадать. Страшно. Тело адаптируется, привыкает. И спокойно, творчески обстукиваем свое тело. Приводим в норму, чтобы тело не давило над вами. Импульс, закрутка. И вот поэтично заканчиваю. Спасибо.